Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube канал Тутси. Сегодня я хочу показать номер нашего отеля в поселке Морджем, Северный Гоа, который называется Альдея Морджем, или полное название Ла Консосе Альдея Морджем. Во-первых, мы видим перед собой большое зеркало и тумбочку. На тумбочке у нас находится телефон для связи с ресепшн, пульт для телевизора, пульт для кондиционера. Вот тут небольшое окошечко, оно открывается. Вот, вот такое маленькое окошечко выходит во двор. Затем здесь вот такие вот светильники. Один с этой стороны и один вот на этой стене. Они включаются. Электричество включается, когда мы вставляем вот этот электронный ключ. Когда мы уходим, электричество отключается. Затем мы видим перед собой большую широкую кровать с белым бельем, небольшой шкаф средний, вверху мы храним одежду, а внизу вот здесь находится холодильник. Затем, этот номер очень необычный, потому что я впервые такое встречаю. Здесь есть кондиционер, его можно включать, а также на потолке есть вот такой вентилятор, его тоже можно включать. И, кстати, вентилятор мы включаем чаще. Нам почему-то больше нравится с вентилятором. Сам отель новый, он 2018 года. Затем у нас идет санузел. Санузел вот такой необычный. Сначала идет раковина с зеркалом. Затем мы видим унитаз такого прямоугольного формата. А затем душевая как бы кабина, но она не отделена. Я впервые вижу вот такой прямоугольный душ квадратной формы. Горячая вода здесь есть всегда, мы всегда купались, всегда есть горячая вода. И вода просто стекает вниз, вот в это отверстие. А кстати, хочу сказать, что здесь очень часто придется пользоваться душем, потому что почва здесь красновато-коричневая, и все время, когда мы приходим с моря, мы их приносим с собой. Затем вот как выглядит наш номер с этой стороны. Вот он такой, совершенно небольшой, маленький номер. Сейчас утро, я уже встала, ребенок еще дремлет. Вот такой плоский телевизор. Двери сделаны вот в таком темном цвете. А дверной проем сделан в мраморе. Вот посмотрите, это все в мраморе, очень красиво все сделано. Плитка на полу вот такого бежевого цвета, довольно симпатичная. А ванная такая более светлая. Вот. Мы сейчас на первом этаже, у нас номер 102, можно при желании выйти, вот, и завтракать можно вот здесь. Здесь есть столик, два стульчика, но также можно завтракать и вот там, за столиком или под навесом. Так, вот здесь у нас ресепшн, а с противоположной стороны у нас находится вход. Так мы ходим на море. Вот, если мы выходим из отеля и идем направо, то это у нас дорожка ведет прямо к морю. К морю идти примерно 7 или 10 минут, вот так прямо и прямо, никуда не сворачивая. И там можно спокойно отдыхать. По пути еще встречается фруктовая лавка, в которой мы покупаем фрукты. Очень дешевые. А если мы повернем налево, то вот по этой дорожке тоже идти прямо, но она немножко поворачивает туда-сюда, мимо стадиона, и мы попадем в, на дорогу, на асфальтированную, а потом мы попадем как бы в центр Морджема, там, где находится тот самый знаменитый ресторан, морской конек, или его еще называют Сихорс. А вот сама вывеска нашего отеля. Вот так наш отель выглядит со стороны улицы. В общем, небольшой, симпатичный отельчик, еще новенький. Все здесь довольно мило. У нас включены завтраки. Завтраки здесь не шведский стол, это у меня есть отдельное видео. То есть омлет, джем, масло, хлеб, сыр. Вернее, даже сыра нет, хлеб, масло, вот и все. Кофе или чай. Все остальное можно заказывать за отдельную плату. Там есть целое меню. Довольно вкусно готовят, неплохо. А вот эти растения, кстати, это бананы. Созревают бананчики, они еще зеленые, но потом созреют, их можно будет есть. Прямо в отеле растут бананы. Вот так вот. Вот такой у нас отельчик. Он считается 2 или 3 звезды по разным источникам. В общем, неплохо.
Я желаю вам всем побывать в Гоа. И смотрите другие мои видео по Гоа. А так как у меня очень много у нас было экскурсий, море я снимала. Также у меня есть много других плейлистов, потому что мой канал Тутси — это лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. До свидания, удачи всем!